конец света! Это конец света! Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Кэтрин Роуз. И сегодня это вот такой вот новый выпуск. Я буду показывать себе пэтшопов, да. И покажу, сколько у меня их, конечно же, всего. Хорошо, ну что. Первый пэт, первый пэт у меня появился из старой коллекции. Я просто пожала пэтшопов из старой коллекции, но... У меня была подруга, Полина звали. Она просила, она хотела, чтобы я эти пэтшопов подарила. И я подарила. Я подарила мою любимую... кошку-сидячку, мою любимую собачку-чухахуа. Мне только остался только один медведь. Ребят, я не знаю, что мне делать. Не знаю, что покупать новый журнал с пакетиком. Ну ладно. Но я теперь богата, потому что у меня есть некоторые пэтшопы, которые немного напоминают из старой коллекции. Начнем. Первый это такой бульдог, он как бы из новой коллекции, ЛПС, первая часть. Итак, вот такой вот Little Pet Shop, это такой вот бульдог. С ним шел комплект, зубная паста и подушка, нет, не подушка, зубная паста и зубная щетка. А также с ним ходил маленький щеночек, который я сейчас вам его покажу. Простите, что я не подготовилась. Блин, ну где же этот щенок? А, вот он. Вот щеночек, бульдог маленький. И давайте сравним из старой коллекции. Есть бульдоги, у их очень много видов. Ну а в новой коллекции только всего лишь один единственный бульдог. И там в новой коллекции, из первой части Let's Play Shop, есть стоячка. Но я ее очень сильно хотела, но, наверное, ее уже всю купили. Так что придется все по посылке заказывать и все. А дальше пэтшоп. Конечно же, он не совсем пэт, но он напоминает и старый. Он не совсем пэтшоп, но это какой-то пэтшоп. Я не знаю, мне где-то было 6 лет. Я жила, переехала сюда до дома очень давно. Я брала лак и перекрасила бедного волка. Вот уши какие-то кровавые, что это такое? Ну, напоминает на пэтшопы? Напишите в комментариях, вам напоминает этого волка на пэтшопы? Не знаю, мне напоминает больше всего. Так, дальше, это тоже не пэтшоп, но все-таки есть какая-нибудь разница. И, не знаю, посмотрите, найдите там какой-то сайт, там кошечки ЛПС из старой коллекции. Там есть такая кошка, которая сидит. Они болтают головой, они совсем, но они почти как сидят, как они сидят, как вот эта кошка. Ну, короче, посмотрите, она такая милая. Дальше есть еще одна кошка, только это серая. Вот уже напоминает. Только я уже гуашью ее там перекрасила, вот эту челку ее там. И смотрите, они вроде бы, они вроде бы похожи между собой. О, господи. Дальше это из новой коллекции. Третья часть Let's Pet Shop. Это такой вот пес. Он мне очень сильно понравился. Я просто удержаться не могла. Это мой самый любимый пэт. Вообще. А дальше вот такой вот хаски. Но вообще-то все считают, что это, наверное, мальчик. На самом деле, это девочка. Потому что это девочка, ребята. Это девочка. Хаски девочка. Потому что я узнала по ресничкам. Ой, сейчас отключу я. Вот. Дальше это из Макдональдс. Это такая вот Зоя Тренд. Она такая мимишная. Мне кажется, она мне вот это больше всех нравится, чем вот эта обычная другая. Дальше такая вот газель. У моей подруги Софочки, которой ей 6 лет, но она все-таки моя подруга. У нее есть точно такая же газель, но она считает, что это олень. Ребят, вот серьезно, то что. Вот это разве олень? Вот это олень? Это газель. Газель. Господи. Дальше.
опять же таки Зои Тренд, только она из новой коллекции. Она уже в прошлом году. Она уже из моей прошлой году. Похожа на старую коллекцию. Дальше, это, я не знаю, как эти пэтшопы называются, но они выглядят вот так. Не знаю, они что, китайские, типа это, посмотрите в интернете какие-то пэтшопы из Китая. Мне кажется, они так и есть, из Китая, такие вот пэтшопики. Может быть, скорее всего, они и прямо из Китая, потому что они похожи на китайских пэтшопов, вот. О, господи, сейчас, блин, бедная... Терри. Ну, конечно, как же без Терри. Такая вот она тоже из новой коллекции. Еще в этих пэтшопов есть один плюс. То, что у них есть вот эти пэтшоп. Сейчас, подождите, я тебя выключу. Есть вот такой вот значок ЛПС. Можно скачать игру ЛПС. Я вам, не знаю, что оставить в описании. Ну, я не помню, как они назывались. Но можно эти пэтшопы сканировать и запустить их в игру. Да-да. Вы еще не раз слышали, опустить игру. Ну, а сейчас переходим дальше. Это моя механическая кошка. Также у нее на голове присутствует магнит. Она такая милая. О, господи. Дальше это тоже новая из третьей части Little Pet Shop. Я ей тут юбочку шила. Вот. Такая вот. А дальше, это мне уже на Новый год подарили набор, и там входили три пэда, но там две пэда, одни из них потерялись, и у меня осталась единственная кошка. Я хотела вот это отрезать ленточку, потому что не очень так уж. Она тоже как бы механическая, мне ее на Новый год подарили, вот. Дальше, у нас такая собачка. Вот она. Я не знаю, она тоже с третьей части коллекции Let's Pet Shop или из четвертой. Я не помню. О, господи, сейчас это я убожество не хочу показывать, но придется. Пожалуйста, художество. Это я в прошлом году ее разукрасила в какой-то убожественный цвет. Это, короче, она синяя. Это пудель, короче, зверюшка Винкс. Мне ее очень давно подарили. Блин, она раньше была милая, а сейчас ее уродка превратила. Так, сейчас посмотрю, остались у меня еще пэтшопы. Пэтшопы остались еще или нет? Все-таки, ребята, меня уже больше нет. Или все-таки, наверное, есть. Или нет. Ребята, сейчас посмотрю. Мне, конечно, времени не хочу терять. Итак, давайте подведем итоги. Сколько же у меня их пэтшопов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать штук. Осталось только там 19. Их должно быть очень много вообще в коллекции. Ну, ребят, все-таки я буду ждать. Все ради вас. Итак, где моя любимая кошка? Вот, ну ладно, всем до свидания. С вами была Катрин Роуз из канала Соня Тризна. И сегодня... Что же я делаю? Как будто что приветствие? Это конец света! Это конец света! Конец света!